Привет, меня зовут Ойбек, и я обучаюсь в Ташкентском государственном юридическом университете, факультете международного права и сравнительного правоведения. По моему мнению, одной из самых основных проблем является нехватка каких-то мягких навыков, то есть навыков, направленных на коммуникацию, публичные выступления, гибкость, критическое мышление и креативное мышление. Сейчас мы перед уроком, еще не все пришли, учителя еще нет. Вот так выглядит наша группа, наш класс. Но если бы была возможность провести определенные практические занятия, было бы очень полезно всем, и в перспективе молодые люди, которые вырастают, были бы намного быстрее приспособлены, а значит, эффективность их работы была бы намного успешнее. Пришло время дать слово молодежи.